Здорово, пацаны! Мы сегодня идем в поход с Кешей. Идем мы на старое лесное озеро. Блин, что там? У Кеши уже начали валиться палатки и все прочее. Короче, расклад такой. Мы обнаружили ротановое озеро. Там много всяких ротанов. И вот желаем сегодня выловить ротанов. Я так думаю, кто, парни, занимается рыбалкой, все прекрасно знают, кто такие ротаны. Ротан — это та рыба, которую, если запустить в водоем, она сжирает все. И вот как раз мы попадаем на такой водоем. Вот скоро уже попадем. Тут идти, правда, километра два. Но, думаю, мы не особенно устанем. 2 километра – это небольшое расстояние. Кругом у нас поля, необъятные родины. Иннокентий идет довольный. Кеш, у вас такие поля в Беларуси? Или да, в основном картофельные? Не только картофельные, кукуруза тоже растет. И кукуруза растет там. Так что... Держитесь, ротаны! Идут великие ротаноловы! Ротан — это крутая штука. Это типа речные бычки. Ну, есть, я слышал, другая версия ротанов. Типа, есть чуваки, ну раз говорят, как увидят большую, ну, блин, большую, увидят тёлку с большим ртом. И говорят такие: о, тёлка, ротан! Так как у ротанов большие рты. И они любят все заглатывать. Да, кстати, выражение «тёлка-ротан» я как-то услышал первый раз в городе Орле. Ну, не знаю, 3 года назад. Чисто случайно. Пришел я в гости там к одним товарищам. Там была одна девушка с огромным ртом и с губищами с такими, накрашенной ярко-красной помадой. В леопардовом платье облегающем. Но... И пацан мне такой один на ухо говорит, такой: смотри, Жека, тёлка ротан. Я говорю: ну да. А он такой говорит: леопардовый ротан. Тёлка леопардовый ротан. Ротан в леопардовом платье. Ну вот, наконец-то мы приближаемся к озеру. Мы уже слышим топор дровосека какой-то. В лесу раздавался топор дровосека. Максим, куда ты побежал, дуралей? Дурень! Дурень, иди сюда. Куда ты попер? Ну вот, пацаны, происходит первый заброс на ротана. Сейчас ротаны все будут мои. Ждем поклевок. Куда надо смотреть? Во, выводит пастюка. Опа, блин, ты представляешь, зашел. Сейчас подправим. Ротан настолько крупный, что даже червяка проглотить не может. О. Вот сейчас происходит второй заброс. Но этот-то точно не сорвется. Этого будем ждать долго. О, какая-то там, что-то он там дюбает. Ознакомливается с наживкой. Наживка у нас очень простая. Мы сейчас выкопали из земли червяка. Опа! Чик. Вот он! Смотрите, какой крупный! Крупный! Я вот думаю, можешь его использовать как живца на крупного ротана. Чук-чук-чук. А вот сразу бежит Максим. У Максима что там в пасте? Еще один ротан. Там уже его
Был бы это ротан, ротан бы даже не думал бы, он сразу бы его бы мочканул бы, да и все. А это... Крупняк, крупняк, мелочь выпускаем, крупных складываем в баночку из-под вазелина. Вот, тяни, 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 тяни его. Ну вот, пацаны, наш улов, ни одного ротана нету. Есть только караси. О, карасей много. Максима интересуют караси. О, караси. Максим, смотри, карась. Сейчас мы тебе дадим карася. Какого у тебя тут мелкого? О, мелкий карась. О, держи. Во, рыбалка. Очень активный клев был произведен. Ну, рыбы они вот такие, небольшие, но зато клев был активный. Очень активный. Максим, он жрет. Кеш, ты почему его рыбой не кормишь? Ты только своих черепах рыбой кормишь. Ну, он любит рыбу, на самом деле. Да? О, Максим, глянь, тебе жратвы сколько наловили. О, вещь. Теперь еще всю ночь Кеша тебя будет кормить. Глянь, жрет. О, ничего себе. Ну что ж ты ее съесть-то не можешь? У него, видно, маленький ротик. Блядский животик. Вот на этом костре, наверное, будет зажарена рыба. Пока мы тут ловили вот эту рыбу, Максим облез. С него столько шерсти тут навалилось. Ужас вообще. Как с медведя с какого-то белого. Так что, пацаны, рыбалка – это вещь. Завтра в 5 часов утра приду. Кеша у нас здесь ночевать будет. У него там где-то в лесу палатка разбита и все такое. Он чайник он с собой даже принес. Не знаю сам зачем. Чайник у него, тут термос, все дела, короче, блин. Будет чай кипятить. И может в чайнике будешь уху варить? У меня была такая идея, но вряд ли у меня что-то получится. Ты картошку и рис брал? Нет, брал только ралтон. Только если... Вот ралтон. Ралтон и рыба. Ралтон нормальная тема. Так что, вот такие вот рыбёхи. Ну, зато прикольно, активный клёв. Это очень здорово. Завтра будем на утренней зорьке ловить.